Всем доброе утро, ребятки. Провожаю Лену в школу. У нас сегодня 0 градусов. Холодно, Лена. Надо было, наверное, капюшон. Праздник? Нажимай. Надо было капюшон, наверное, пристегнуть. А что скажи, с капюшоном, когда он сзади висит, что теплее, скажи, мам, что ты говоришь, да? О, Лена, 7 уроков сегодня. Не задерживайся, ладно? Один урок вообще играл. Ну классный час, но что, все равно поздно придешь. Час, мы идти в библиотеку. А. Понятно. Ой. Лена. Пока-пока. Все, удачи тебе, хороших оценок, легкого дня, веселого и удачного, и все. Все на свете. Все, пока, нажимай. Пока. Да, ребят, видите, на градуснике 0 градусов. Холодно. Все, Леночку проводила. Утром на завтрак она покушала творог с сахаром, со сметаной. Ничего с собой не захотела брать. Денежки взяла. В последнее время что-то не хочет брать, просит деньги просто в школу. Это одноклассник рядом идет тоже. В соседнем подъезде живет Женя. Встретились. Пошли детки в школу. А я сейчас лягу, еще пару часиков посплю, чтоб я была, силы у меня были. Надо поспать немножко еще. Мамочка спит, а я позавтракаю. У меня небольшой такой завтрак. Бутерброд, капуста, чай и соус соевый. Все очень классненько. Ну что, мои хорошие, я уже проснулась, проспала я, конечно, блин, уже практически обед, скоро Елена придет. Сергей без меня завтракал, ну ничего, высыпаться тоже надо. Вот такой вот завтрак, доем наконец-то эту картошку, потому что ну куда она дальше, когда я 3 дня назад готовила. Вот, сальтисончик поем, и сейчас, наверное, еще помидорку достану, такой у меня плотный завтрак будет, переходящий в обед плавненько. Ласка рядом рыбку кушает. Так что сейчас поем, да, перемою посуду и буду Лену ждать. Сергей камеру забрал, его дома нет, камеры нет. Сергея нет, камеры нет, проснулась, никого нет. Вот, поэтому на телефон снимаю, не люблю я на телефон снимать, черти шо. Так что иду кушать. Моя собака наипрекраснейшая, да, Сонечка? Соня, Соня, девочка. Соня, что там тебя кусает? А? Ничего не кусает, не мало у нее блох. Девочка, хорошая. Второй завтрак у нас, как у англичан. У меня уже непонятно что, я недавно говорила, что у меня завтрак, переходящий в обед. А тут уже непонятно что, это обед, короче. Не, ну обед у меня, да, правильно. Ну просто мы отдельно с тобой позавтракали, я да, сам да, а теперь собрались вместе, надо чай попить. Вместе надо, да, чай попить. А что с чай без ничего? Ну, ну вот как-то вот машинально рука полезла в холодильник и что-то достала. Да, вот нарисовалась два бутерброда. Да, у Сергея хлеб, черный, масло и сыр. Просто хочет сыром бутерброд, а я себе еще подложила колбаски. Угу. Так она спрятана под сыром, но она там есть. Прикольно. Вот. И а это творог Лена утром не доела, может пару ложечек возьму, ну, да, сладенький с чаечком. И все, покушаем. Все, давай перекусим, мать, да? Еще чайку, да, хлебнем. Да, чай охота. Потому что я всегда, когда без тебя завтракаю, я себе чай почему-то не делаю. Чай только с тобой пью. Вот, чаю так сейчас. Хорошо, что ты пришел. Ну, конечно. Все семейство в сборе, да? Котик такой классный. Кс-кс. Ух ты. Интересно все им. Познают мир. Че ты на меня смотришь, котенок? Смотрит. Кто это тут? Хороший. Соника, ты тоже пришла проведать котят, да? Да. А, кошечки какие классные. Маленькие котятки. Да, Соня? Дочь любимая пришла со школы. Собака встречает. Собака нападает на меня. Да.
Встречает, она любит тебя. Как там, дочь? Как погода? Как в школе дела? Очень классно. Сколько ты получила? 12 получила? Сколько вообще? Вообще нисколько? Вообще нисколько. Здравствуй, дочь. Здравствуйте, мать. Рада вас видеть. Вот молодая. Ну, а мы как рады, вы не представляете. Все хорошо, Леночка? Замечательно, молодая. Все, раздевайся тогда, будешь кушать и идти. Можешь даже не, ну, разуться, но не раздеваться. Можешь не... Хорошо, моя госпожа. Ой, Ленка. А ты как хочешь, дочь, кушать и не идти, да? Да? Возможно, господин. Конечно, давай же, время ограничено. Решаем вопрос. Лена хочет на рисование ходить, да? У нас в СДВТ есть рисование. И там моя двоюродная сестричка. Да, видели тетю Женю, она хвалит. Говорит, что там нормально. Да? Как, а у нас по времени не выходит. Что будем делать, мать? Как мы решим вопрос? Ой, не знаю. Ну, решим мы вопрос этот, Донь. Не переживай. Не делайте мне головную боль и нервы. Не делайте мне больно, господа. Потому что я не знаю. Ладно, Донь, решим, не переживай. Сегодня что-то решим. Да. Тетя Соня. Тетя Соня. Как вы поживаете? Все хорошо. Да? Да. Сонька, все. Да, иди сюда. Сонька, Сонька, иди сюда. Иди сюда. Тетя Соня. Соня, иди сюда. Все, Донь, вернешься с музыкалки, мы решим вопрос этот. И что-то придумаем, да, мать? Да. На обед Ленуська кушает суп рыбный, доедает, все, последняя тарелочка осталась, хлеб и два рожком еще заполнит желудок. Соня, да? Соня, хочешь жрать? Да, Лена, она кушает, а не жрет. Реклама для собак, покупай суп, Соня. Она тоже хочет кушать, да, Соня? Ну, хлеб она не будет кушать, да? Не, не будет. Мы сейчас посмотрим. Макни его в суп, пап. Да, она сейчас плюнет. Не, она не плюнет. Кушай, кушай. Некуда плюнуть. Давай макнем просто хлеб в суп. Ест, ест. Ест. Не, сейчас плюнула, да? Плюнула. А ну, Лена, макнула в суп. Так скажи, супом-то вкуснее. Вот это другое дело. Да, это совсем другое. Другой вкус, да, Санюш? Угу. Вот так. Все, кушай, моя хорошая, да будешь идти. Писк начался. Они дерутся, бывают. За молоко. Да? Да. Ласа тоже в шоке, думаю, что такое, что пищат. Соня! Соня, кисы здесь, иди сюда. Донь! Соня хочет сладкого, вон, видишь, она смотрит. Ей нельзя. Нельзя тебе, собака. Нельзя шоколад. Там шоколад же внутри, да? Угу. Ну, не дразни ее. Давай без шоколада я откушу. Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть, вот так вот. Соня пришла. Дети вышли погулять, и Соня. Да. Она подошла, они такие все втроем к ней идут. Но. Обрадовались. Узнали. Да, по запаху узнают, наверное, тетю. Да, Лас? Ласа? Ласа устала от них. Такие хорошие, я сейчас наблюдала, двое с друг дружкой игрались уже. Неуклюже играют, лапы поднимают, тут же падает, кувыркается. Еще плохо на ногах стоят. Такие забавные вообще. Беленькие. Он знает собаку. А так, собака хорошая. Собака не обидит котенка. А сколько много, да, Соня? И жирнее идет спокойно. Да. Она тут двигается. Вот, вот. Любит тетя. Опа! Перевернулся. Он играть, играть хочет, он что. Задом задний ход такой делает. Стой, стой, держи. Пытается бежать и падает. Они уже играть хотят. Да, он. Да, у него это. Скачет.
игривое настроение. Mm. Его так сразу заносит, так смешно. Это неуклюже вообще. Пол скользкий, скажи, ходить. Ноги разъезжаются. А, тяп. Хороший. О, прополз. Вот тетя под ногами прошел, она смотрит так аккуратно, видишь, угу. Ногу отставила. Ой, сядешь так на него, дурделка. Сейчас еще начнет сиссию искать. Ну да. Смотри, он трется об нее, об лапу, видел, так что так раз и трется. Они любят ее, они уже полюбили ее. Ну конечно. Соня. Тетя Соня. Киси-киси. Киски. Мальчишки. Это Томас наш. Ты хороший, да? Хороший. Мальчишка. Это Томас, да? Да. Хороший мальчишка. Ушастик. Хороший. И Соня. Дайте мне. Дайте поиграть. Смотри, дайте киса. Поиграть. Соня, киса маленькая. Маленькая киса. Хорошая киса. Да, Соня? Маленькая киса. Да. Ой, хорошая. Понюхать надо. Мягенький. Нюхай. Соня любит, виляет хвостиком такая, умничка. Соня, киса. Умничка. Значит, зашли мы с папой по магазинчикам. Да, я буду мы рассказывать. Мы встретились. Мама послала. Давай. Так, значит, купили мы фаршик. Да, 102 гривны, по-моему, с чем-то. Килограмм 80... Сколько там? 89, по-моему, что-то такое. Ну, 80 с чем-то, да. Потом... 102 гривны вот это. Давай дальше. Потом в хлебном мы купили хлебчик. Папе да. Черный с изюмом. Да. И а нам с мамой белый. Да. Да. Тостерный хлеб. Потом уже идут у нас пошли дальше мы. АТБ. Да. Значит, у нас фольга. Разумный выбор. Мама просила, 16.40. Да. Заматывать что-то в фольгу она хочет, да? Что она заматывать? Вечно заматывать. Себя заматывать. Мне хватит фольги. Так, да потом ладно. Воду мы купили. Моршинскую. Ага. И два Оболонской. Оболонская. Вот лимон, апельсин. Да, потому что водичка. Там не было таких больших. Потом цибуля. Лук купили. Ага. На сколько там? Так, сейчас. Цена. Цибуля 21.20. А воду? А озвучьте цену, пожалуйста. Все. Так, воду. Как? Оболонская по 18.60, моршинская по... Не, 18.60 это две бутылки. А, угу. По 9.30 она. Ага. И моршинская 11.20. Вот так вот. Так, потом цукор 1 кг. Фасованный песок называется. Понятно. 13.20. Ага. Потом молочко своей линии по 18.90 купили. Ну, такое хорошее 25% молочко. Жира. Да. Потом лавашек. Лавашек. Вот он. Мать наругала, говорит, не тот лавашек. Да, нормальный он. Да. Он не мать... фонтан просто, но нормальный. Да. Не фонтан. Нормальный, но не то. Так, потом... Это у нас два батончика Рошен. Мне молочный, папе черный. Да. А матери? По 7.90. И матери взяли. И где? Сникерс зеленый. Мамочка, видишь, какой тебе? С орешками. Да. Она любит такой. Так, он 12.50. Наши по 7.90. А матери 12.50. Ну, это ж мать. Ну, да. Что ж мы жалеть на матери будем? Не будем. Потом экономить, в смысле. Яйца курячие у нас... Яйца курячие. Оно у нас по 1 килограмм. 1 килограмм. 1 десяток? А, 1 десяток. Я подумала, 1 килограмм. 22.90. И я где-то тут каву пропустила. Так. За, получается, за 1.280. За одну такую упаковочку. Кавы. Классно, молодцы ребята. Да, ну что, все перечислили? Да. Да. Доченька, молодец, умничка. Все классно перечислила. Да. Вот. Теперь покупки можете уже озвучивать, да? Да не говори.
Я могу вообще все снимать. Я уже и режиссер, и этот... Постановщик. Да, постановщик. Тот, кто снимает. Оператор. Оператор. И пока я, да. Ну, ты я можешь, иногда. Но она намекает, что она тоже может им. Ну да, да. И репортер. Да. Репортер. Сам себе режиссер. Да, называется. Все, ребятки, давайте. Вот такие покупочки, да. Убирать со стола. Классные. Ну, сегодня шоколадки поедим, да? Угу. Да. Классно. На ужин, ребятки, запекаю сегодня мясо, такие вот небольшие кусочки. Здесь мясо свинина, замариновала в классном таком соусе, смешав и соевые, и терияки. Очень вкусненький такой получился, хоть бери и ложкой ешь. Сверху лук, майонез, там помидорчики, и потом в конце уже, когда пропечется, я сырка натру, твердый сыр на терке, и будет очень вкусная штучка. И сейчас я еще сварю картофельное пюре. Вот такой будет ужин. Ням-нямка. Все, ребятки, я справилась. Вот такой ужин. Картофельное пюре. Такое вот. И мясо с помидорами, с сырком, с луком. Очень вкусное. Ням-нямкать будем сегодня вкусным ужином. Леночка ужинать села. Вот такую вкуснятину. Пюрешка. И мяско по-французски с помидорками, с сыром. Такое мясо. Ну, обычно с картошкой делаем, это просто мяско захотелось. И картофельного пюре давно не ели. А, горячее. Тут дети все бегают. Все, они уже там не сидят у себя за диваном, они тут по всей кухне. Елозят по всей кухне. Елозят? Елозят, да. А что елозят? Не знаю. Все, Донечка, уроки ты закончила делать? Угу. Да? Можно я отдохнуть? Угу. Отдохнуть уже надо и портфель собирать, и скоро спавки ложиться, да? Угу. Ну, отдохнешь чуть-чуть после ужина, собираешь портфельчик и ложишься. Завтра последний денечек, пятница, ура-ура. У-у-у. Да? Не последний, мам. Че? А, ну в субботу музыкалку еще. Ну, то ж такое уже. Вот. Мы завтра на работу с папой идем, и послезавтра тоже, так что по вечерам будешь дома, да? Мам, я хочу с вами пойти. Доня, ну куда с нами? Ты видела этот бар, вот где мы последний раз были? Там даже встать негде. Там, где я стою, пою, там справа проход и люди, потому что там сзади меня столы еще стоят, там такое помещение. В жемчужине? Что ты там будешь просто... Да, в жемчужине. Что ты там будешь просто сидеть? А в субботу? В субботу то же самое. Там нечего делать, я тебе говорю. Что ты там будешь? Ты хотела попеть с нами просто? Ну, либо попеть, либо это... Я постоянно там детей вижу, потом... Нет, в прошлом банкете не было дети, например. Не факт, что там будут дети. Ладно, и все, там еще давай... жемчужина рядом. Магазин. Ну, да, и на магазин. Ну, все, давай я тебе мяско сейчас порежу, чтобы тебе удобно было кушать, и поешь. Вот и мы с папочкой садимся ужинать. Вкуснящий ужин у нас. Мяско с пюрешкой. Открыла баночку помидорок. Я небольшие баночки такие, 700-граммовые закрывала. Помидорок очень удобно. Баночку открыли и сразу съели. Ну, да. Капуста, хлеб, соусы. А соусы еще смешивать будем? Матери понравилось. Да, смешала. Я сегодня смешивала, мне так понравилось. Мне он, этот терияки, слишком сладкий, знаешь, как мед. Я смешиваю вот этот, и тогда вообще бомба. Мне так понравилось. Смешаем? Ну, можно в тарелочку, да, смешать. Я прям хлеб макала, и такая благодать, классно. Так что такой ужин. Всем огромное спасибо, ребятки, кто поздравил нас с 18 тысячами подписчиками. Спасибо. Да, у нас, уже 18, ура. А мы покушаем, сделаем блог для вас, чтобы утречком, потому что многие пишут, что утром просыпаются и начинают день, да? Да. Заряжаются энергией доброй и веселой. Это очень это приятно, классно, ребятки, да. Да. Так что огромное всем спасибо, смотрите нас, пишите комментарии, ставьте лайки и всем пока-пока и удачи. Пока-пока.